ждут золотые горы – знаки зодиака, которые увеличат прибыль в сентябре. Всему зодиакальному кругу звезды уже приготовили множество сюрпризов на сентябрь. Удача ждет не всех, во всяком случае не каждый день. Однако есть несколько знаков зодиака, представителям которых фортуна будет улыбаться на протяжении почти всего месяца. Астрологи назвали 4 знака зодиака, представители которых смогут увеличить прибыль или даже сорвать куш в сентябре. Телец. В принципе, у тельцов и так все путем, как говорится в народе. Сейчас и звезды к ним довольно благосклонны, но их положение может стать еще лучше. Астрологи советуют не зацикливаться на своей основной деятельности и поглядывать по сторонам. Обязательно найдется что-нибудь перспективное, на чем можно будет поживиться. Близнецы. У близнецов сентябрь будет весьма продуктивным и благосклонным в плане предпринимательской деятельности. Если вы не занимаетесь ею, то сейчас самое время начать, но при этом нужно будет проявить осторожность. Рак. Для раков сентябрь обещает быть весьма богатым на творческие свершения. Это уже само по себе хорошо, так как подобные успехи очень хорошо сказываются на каждом человеке. Однако, проявив креатив и сообразительность, вы без труда сможете еще и заработать на этом. Возможно, вам даже удастся найти постоянный дополнительный доход, связанный с вашей творческой деятельностью. Скорпион. Скорпионам в сентябре работа наконец начнет приносить удовольствие. А все дело в том, что просто банально начнут больше платить. Многие представители этого знака в сентябре окончательно убедятся, что они на своем месте и идут по правильному пути. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!